Встреча ректора КФУ с генеральным директором немецкой компании Айц Инжиниринг была посвящена теме, которую обсуждали неоднократно, а именно развитие университетской клиники до общероссийского значения. Безусловно, способствовать такому росту сможет эффективное сотрудничество с немецкими коллегами. К слову, гость университета уже успел познакомиться с клиникой Казанского федерального и поделился с присутствующими собственным видением развития лечебного учреждения. Мы решили обменяться опытом, поскольку наша компания при разработке проекта университетской клиники в Йене была вынуждена решать вопросы, аналогичные тем, которые сейчас стоят перед вашей университетской клиникой. И сейчас, повторяя опыт развития других клиник мира, необходимо найти совместные точки соприкосновения, чтобы реализовать сотрудничество. Этому могут способствовать широкие возможности университетской клиники. На заседании отметили, что для масштабного развития университетского медицинского центра ему необходима модернизация. Ректор, обозначив большой опыт работы приглашенной компании, подчеркнул, что университетская клиника КФУ должна полностью нести за собой высокое качество наравне с немецкими медицинскими учреждениями. Мы хотели рассмотреть создание зеркальных именно лабораторий и зеркальных операционных. То есть один к одному. Зеркальные, я имею в виду, подобные. Точно так же хирург или врач, приезжающий с Германии, он должен иметь внутри то же оборудование и те же условия. На сегодняшний день все ведущие университеты мира, реализующие медицинское направление, имеют в своей структуре подобные клиники. А значит, совместная деятельность Казанского университета и компании Айц Инжиниринг позволит добиться максимального эффекта в развитии медицины. Взаимодействие планируется расширить прежде всего в интересах республики. Аделя Мухаммедшина, Руслан Уразаев, Универньюз.